14 января решением суда арестован бывший исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли. Эту новость сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана. Согласно информации, Сафарли обвиняется в хищении значительных средств. В частности, хищение, фальсификация документов, злоупотребление в крупных размерах были допущены при реализации проекта строительства двух домов для журналистов в Баку. Сафарли возглавлял Фонд государственной поддержки развития СМИ с 2013 по 2020 год. В эти годы он по завышенной цене арендовал помещение фонда в Международном пресс-центре, который принадлежал бывшему помощнику главы государства Али Гасанову. Ущерб государству составил более 800 тысяч манат, сообщает агентство Туран. Прокуратура сообщила о присвоении Сафарли 300 тысяч манат путем перечисления этих средств на счет газеты «Футбол Гол», принадлежащей его родственнику, а также расхищение более 200 тысяч манат при закупках канцтоваров и проведении торжественных мероприятий. Войдя в преступный сговор с другими лицами, Сафарли поместил в 2015-2018 годах похищенные средства на счета в одном из коммерческих банков на общую сумму в 5 796 тысяч манат. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана. По этим статьям Сафарли грозит до 14 лет лишения свободы. Его компаньон Мамедов Надир также арестован по обвинению в соучастии в этих преступлениях. Следствие расследует причастность других лиц к этим преступлениям. Как пишет Туран, Сафарли был ставленником и ближайшим человеком Али Гасанова, и многочисленные преступления хищения вряд ли были бы возможны без протекции Али Гасанова. Вугар Сафарли был уволен с должности в апреле 2020 года, а Али Гасанов в ноябре 2019 года. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.